Врач обрабатывает кожу в месте предполагаемой пункции раствором едоната и проводит обезболивание раствором навокаина. Набирает шприц раствор навокаина и заполняет им переходник с иглой, для того, чтобы воздух не попал в плевральную полость во время проведения пункции. Прокалывает грудную стенку до ощущения провала. Потянув на себя поршень шприца, получает геморрагический эксудат и убеждается в том, что игла находится в полости плевры. Для сохранения герметизма пережимает пальцами переходник перед тем, как отсоединить шприц. Аспирирует содержимое плевральной полости. Вводит лекарственный препарат, извлекает иглу и накладывает асептическую пластырную повязку.